С 10 по 12 июня в Омске впервые пройдет чемпионат России по гиревому спорту. О подготовке к соревнованиям высокого уровня рассказали на пресс-конференции заместитель министра спорта Омской области Александр Фабрициус, один из лучших спортсменов мира по гиревому спорту Антон Анасенко и победитель первенств Европы и мира Эдуард Опенлендер. Организаторами чемпионата выступили Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и региональная федерация гиревого спорта. Чемпионат пройдет во Дворце молодежи. По словам Александра Фабрициуса, к открытию престижного турнира в Омске готовы. Для проведения мероприятий у нас в этом году были выделены деньги на приобретение нового электронного табло, которое будет установлено у нас на соревнованиях. Также будут использоваться у нас помосты, ну и все оборудование современное, которое позволит провести на высоком уровне чемпионат России. Соревнования пройдут среди мужчин и женщин, как лично-командные, в 3 этапа. Длинный цикл, двоеборье и рывок. Побороться за звание лучших и продемонстрировать свое мастерство приедут спортсмены со всей России. Свое участие подтвердили 30 команд. Омскую область будут представлять 48 гиревиков. Мы готовимся поднимать качественно и красиво. И именно во всех упражнениях выступить достойно. Потому как даже вот нам, да, мячам на омских соревнованиях, даже низшего уровня ранга, да, мы даже своих молодых ребят также ведем и стараемся, чтобы они правильно поднимали гири. Потому как нам стыдно, на нас смотрят. Смотрит вся Россия. Если Омская область будет поднимать гири некачественно, то, соответственно, от этого уже судейство будет такое. Потому как, в принципе, все равно мы задаем тон всей России. Да, и всему спортивному движению. Антон Анасенко, многократный рекордсмен мира и России, уверен, а мячи займут ведущие позиции на грядущем чемпионате. Безусловно, Омская школа гиревого спорта имеет богатые победные традиции. Но это не повод расслабляться. Тюменские спортсмены составят серьезную конкуренцию нашим гиревикам. Очень радуюсь, что данный чемпионат проводится в Омской области, в родных стенах. У нас прошла очень серьезная спортивная подготовка. Она шла у нас более 4 месяцев. Мы готовились к этим соревнованиям. Естественно, настрой только на победу. Никаких там ни вторых, ни третьих мест, о них даже не думается. И спортсмены, и заместитель министра спорта Омской области уверены, чемпионат России пройдет на достойном уровне, а наша команда вновь покажет высокие результаты.